Всем привет! Меня зовут Надежда. И я рада приветствовать вас на своем канале «Зеленая жизнь». Ребята, сегодня долгожданный обзор моих холокайзий. Знаете, сейчас со всей квартиры сюда их стаскивала, честное слово. Потому что это действительно интерьерное растение, которое украсит любую комнату. Неважно, что это у вас большая комната гостевая, либо это у вас кухня или спальня. Абсолютно неважно, это растение красиво абсолютно везде. Поэтому я носила. То есть вот таким вот образом я хочу сейчас вам сначала вот как бы издалека показать свои алоказии. А сейчас поставлю телефон на штатив, и мы с вами будем рассматривать каждую, а почему нет, каждый листочек, каждый корешочек. Я люблю это делать, и я это сделаю с удовольствием вместе с вами. На заднем плане моя самая любимая алоказия называется Боня. Боня окрас белый. Боня, привет! Боня, после того, как услышала, что я решила выкинуть из-за алоказии этот диван, буквально с него уже больше уже не собирается уходить. Только лишь покушать и в туалет, дальше она лежит на нем, охраняет. Бонь, да не выкину я диван, не выкину, успокойся. Что я хочу сказать, ребят, я сначала думала над видео, да, как его составить, каким образом, да, ну вот по нарастающим. Полностью понимать, когда, ну, я знаю, что алоказии те, которые я купила в этом году. Есть алоказии, которые у меня маленько подольше. Вот. Я просто решила показывать их друг за другом. Но начну я, конечно же, с самой-самой своей первой, самой первой алоказии. Я думаю, что первую свою алоказию никто и никогда не забудет, потому что она первая. Потому что с нее начинается опыт. И с нее начинается вот эта трясущаяся любовь коллекционирования алоказий. Итак, давайте начнем. Ставлю телефон и поехали. Итак, моя самая первая многострадальная алоказия, это, конечно же, Silver Dragon. Вот, ребят, это моя алоказия, которая... Первая, вообще первое растение, которое у меня появилось... Ну, я вам сейчас скажу, объясню так. Я не удивлюсь никогда, да, когда люди начинают говорить о том, что вот у него коллекция, допустим, вот только из орхидей. Я сама через это прошла в свое время. У меня была прям маниакальная любовь к орхидеям. И я в свое время избавилась абсолютно от всех растений. Кроме орхидей мне не нужно было ничего. Но я уже говорила о том, что у меня была коллекция около 300 орхидей. Я занималась только ими. И вы, наверное, меня сейчас поймете, что кроме орхидей я даже и не смотрела на других растений. Я даже их не видела. То есть я смотрела, но я их не видела. Я не понимала их ни красоты, ни... Было абсолютно неинтересно. Так вот, самое первое растение, которое у меня было после того, как у меня маленько пошел на спад вот этот вот ажиотаж с орхидеями, это вот именно алоказия. Алоказия была вот эта. Она продавалась в том же самом магазине, где и орхидеи. Но зачастую, как правило, продавцы с орхидейками, они привозят алоказии. Я тогда, на тот момент, ничего не знала про это растение. Пришло оно у меня тогда где-то, знаете, я вам сейчас покажу на примере мело. Вот на примере мело. Вот где-то вот такая она у меня пришла. Пришла она у меня просто маховой стакан. То есть плотный такой маховой стакан, как обычно это происходит. Ну, то есть это было так, да, я увидела листики, думаю, ну, почему бы и нет. Думаю, ладно, придет, потом разберусь. Пока шло это растение, естественно, Надя была занята своими орхидеями дальше. Когда уже пришла посылка, по факту, я смотрю и понимаю, что я ничего не понимаю, это маховой стакан, но по наитию, да, как я занималась орхидеями, вот, если я получала орхидею в маховом стакане, я обычно сильно не тревожила, я просто ставила, то есть маховой стакан просто в стаканчик, да, и полив нижний, чуть-чуть влажный слегка держала, потому что это, я понимала, как бы, что это ароидный, и надо маленько слегка чуть-чуть влажный, чтобы он был, не пересыхало. И вот таким вот образом я ее поставила, оставила в покое и пошла искать информацию в интернете. И была очень сильно удивлена,
что люди писали, что она очень капризная. Она капризная, она практически не растет, больше 3 листов она не дает. И вот таким вот образом, то есть я читала, у меня глаз остановился все больше и больше, думаю, ну ладно, ну что теперь сделаешь, я же ее уже купила. Но какое было мое удивление, вы не думаете, что я так подробно и много буду рассказывать про каждую аллокасию. Нет, это потому что самое первое, поэтому я вот делюсь своим вот таким вот опытом, да, именно про нее. Какое было мое удивление, когда она очень быстро выскочила с этого корня, просто выпрыгнули с этого мухового стакана. Они буквально оплели этот стакан стеклянный, вот, и... Я была очень удивлена. Я то есть смотрю и понимаю, что нужно что-то дальше делать. Поня. Я понимала, что нужно что-то дальше делать. Вот. А так как я еще не понимала, что делать, и грунтов, кроме как орхидейных, у меня ничего не было, а значит, это была кора, я взяла просто этот мховой стаканчик, поставила я его в кашпо, то есть это был уже не стакан, а именно это было уже кашпо. Я поставила в кашпо и просто взяла и обсыпала, то есть снизу это была маленькая кора, и с боков это была тоже кора. Все, ребят, сверху кора еще, засыпала сверху корой. Все. И наподобие это было вот такого вот кашпо двойного, да, ну вот это тут валенсия, там это было обычная арте, да, это по типу все то же самое. То есть можно поливать спокойно вот так вот в ножки. Так вот, ребят, все было по наитию. Я все это дело обсыпала и оставила дальше в покое. В отличие от всех остальных, то есть, как у меня обычно это, ну, мы же любим с орхидеями танцы с бубнами устраивать. Вот это мы все, вот это вообще безумно как любим. Вот поэтому для меня это растение было, ну, очень простым, ну, слишком простым. Потому что я раз в неделю подбегала, поднимала, значит, верхние вот так вот. Сейчас, кстати, посмотрим, что у нас тут. Поднимала вот так верхний. И вот, видите, вот так. Вот таким вот образом, так как корни там тоже очень быстро выпрыгнули, то есть вот в эти вот, вот видите, вот так внизу чуть-чуть водичка. Значит, поливать не надо. Вот, я раз в неделю подхожу, если водички нет, водичку плеснула вот сюда. Не по краю, а вот прям вот сюда. И вот таким вот образом я дальше ухаживала. Что вы думаете? У меня через полгода появился такой пышный куст, где у меня было где-то 8 или 9 листов. Кстати, это был вот такой вот пышный куст. Вот. При этом я постоянно дальше читаю в интернете, что это очень капризное растение, что вот ему надо то, ему надо все, ему надо 25-е. Я была очень удивлена на тот момент, и я не понимала, почему у меня растет так это растение. Наверное, потому что я ничего с ним не делала. Я вам говорю еще раз, что это была мох и кора. Все. На тот момент у меня еще пока канала не было. Это был такой красивый пышный кустик. Потом я открыла свой канал. Естественно, начались какие-то... у меня пошел новый бум. У меня пошла новая болезнь. Перевести, насмотревшись зарубежных каналов, я решила перевести все свои растения, абсолютно все на керамзит. Практически все на керамзит. То есть у меня огромный мешок. Ну, в общем, типа лейки хорошего качества. Пларгон, боже ж ты мой. В общем, я всегда путаю. Я вам сейчас напишу. Я вам сейчас напишу название. Значит, там это очень крупная фирма. Там есть и не только керамзит, но сейчас дело не в фирме, как говорится. Просто это очень хороший керамзит для гидропоники. И я подумала, блин, ну ты же растешь, ты же беспроблемная. Ну ты же выдержишь у меня это. И после этого веселые, беззаботные... Светлые дни моей аллокасии Silver Dragon закончились. Вот как только Надя решила начать эксперименты, после этого все стало очень плохо. Потому что... Нет, я ничего не говорю. На тот момент, когда я переводила, когда на керамзит все, и, ребята, я вам реально скажу. Вот то, что показывают, да, в зарубежных, на зарубежных каналах, действительно, да, да, все растет в керамзите. Все, что вот туда поставите, оно все будет расти. У меня даже сансевьерии росли. Я понимаю, что сейчас кино не про сансевьерии, но рассказать я не могу. Просто у меня есть этот опыт, у меня есть все эти видео на моем канале, да, про гидропонику и про то, как я это все делала. Я просто брала все свои огромные сансевьерии, уже взрослые, большие, очищала полностью им корни,
ставила мне большие стеклянные колбы. Я просто ставила все это дело, значит, в колбу насыпала много-много керамзита, устанавливала туда свои сансевьери и заливала все это водой, потом жидкостью. То есть вот таким вот образом выглядело, конечно, это очень дорого, очень красиво, очень потрясающе, да, стеклянные колбы, что-то необычное. Я смотрела на это все, и это все растет, ребят, это все растет, это там вот такой вот ком корней. Знаете, это уход был таким образом, то есть раз в 3 месяца, потому что, естественно, через 3 месяца у тебя вида-то уже никакого нету, у тебя эти керамзитинки, ты их не видишь, там чернота, зелена, и, в общем, все это не очень красиво, понимаете, да? Вот поэтому что я делала? Я приносила эту огромную колбу на много-много-много литров, приносила это в ванну, просто брала, вытаскивала растения таким вот образом, да, чтобы это было, знаете, если вытаскиваешь растение, допустим, которое сидит в грунте, это земляной такой ком, да, а тут был ком из корней и керамзита. То есть ты все дело достаешь, потом ты вываливаешь этот керамзит, промываешь эту колбу, промываешь керамзит, снова его туда засыпаешь, ставишь растение и заливаешь жидкостью. Все. Раз в 3 месяца приходилось делать такую манипуляцию. Нет, я понимаю, это здорово. Это здорово, это красиво. Но если у тебя это одно растение так стоит, ладно, это как бы, ну, можно поиграться. Но когда я перевела много своих растений так, вот, и они начали расти, и это нужно мыть, это нужно... Вообще, вы знаете, такое ощущение, как будто бы вот это вот уход за растениями, да? Вот мы почему, да, мы почему любим переставлять растения? Почему мы любим менять растения, да? Почему мы любим делать другие посадки и вообще покупать новые растения? Почему? Потому что у нас вот это вот... Я не знаю, ну, лично у меня вот такое вот бывает. Я почему вот свои обзоры люблю смотреть потом на своем канале? Знаете почему? Потому что я в своих обзорах вижу свои растения. А так, знаете, глаз замыливается. Он просто реально замыливается. То есть я подхожу к растению, и я вижу не его вот эту фактурность, его вот эту красоту, постоять, рассмотреть, полюбоваться. Нет, я смотрю и понимаю, так, это надо полить, это надо помыть, это надо убрать, это надо переставить. Ага, а вот этому что-то не хватает. Сейчас я подумаю над удобрением и так далее и тому подобное. Понимаете, это уже как замыленный глаз, и вот эта вот рутинность, она вот это вот волшебство куда-то уходит. Поэтому меня Надю куда-то понесло. Мы вообще сегодня про алоказии. Но я думаю, что вы все поняли, о чем я говорю, да? Вот, поэтому мы меняем все эти посадки, меняем все местами. Все это дело очень любим. Потому что потом посмотришь на то же самое свое растение, так и думаешь, надо же, какое оно красивое. Нет-нет-нет, такая корова нужна самому. Было такое? Знакомая ситуация? Я думаю, что она всем нам знакомая. Так вот, вернемся к нашим алоказиям. В отличие от всех остальных, моей Silver Dragon гидропоника керамзит не понравился. Скажу вам сразу, все это было у меня тоже на канале, когда вот этот у меня пышный мой красивый кустик стоял. Я сказала, а давайте. Во-первых, там были клубеньки. Это был мой первый опыт с клубеньками, который у меня полностью провалился в крах вообще. У меня клубеньки сгнили, у меня ничего не получилось. После этого у меня была жуткая, знаете, какая-то... Паника каждый раз, когда я видела какой-то клубенек, мне начала потрясать, потому что я не знала, что с ним делать. И я говорила, я не буду ничего делать, я его оставлю в посадке, пускай оно дальше растет. Я ничего-ничего не буду делать, потому что у меня с клубеньками ничего не получается. Представляете, насколько это меня, значит, ударил этот первый опыт с моей Silver Dragon, с этими клубеньками, когда у меня ничего не получилось. Мало того, листья действительно все поуходили. Было одно-два листа очень мелких. И второй лист постоянно желтел. То есть это выходил третий листик еле-еле-еле, бедный. И тут же следом погибал еще один лист. В общем, понимаете, это растение выживало как могло в течение года. Но Надя стойко шла к своей цели. При этом понимаешь, что что-то не так. После того, что это было, да, никакого бурного роста, ничего вообще. Думаю, ну как же так? И в итоге, ну, я уже как-то говорила в одном из своих видео, что этому растению нужно дать памятник при жизни, что оно выдержало все. Вот. Я признала свои ошибки и поняла, что я не знаю, как все остальные алоказии, да,
Но именно Silver Dragon, именно в моих условиях гидропонику не принял. Не принял и все. То есть пускай это будет мох кора, пускай это будет грунт для оройных, пускай это будет личуза чистая, или пускай это будет личуза смешанная с чем-то. Экспериментируйте как хотите, но керамзит я бы не посоветовала вам. Основываясь лишь на своем опыте, конечно. На всех остальных аллоказиях я уже не стала издеваться, потому что, извините, растения не дешевые. То есть на тот момент, когда я открывала свой канал, у меня не было столько моих классных девчонок, подружек по каналам и подписчиков, где мы можем спокойно переписываться, да, делать друг другу какие-то посылочки пересылать, да. Ой, Надь, да ладно, это у тебя там погибло, я тебе еще отрежу. Такого у меня не было раньше, понимаете? Поэтому все, что я покупала это сама, и Лаказия это не дешевое удовольствие. Вот. И, естественно, эксперименты над ними не то, чтобы, да, допустим, я вот не хочу поменять там грунт, что-то добавить, убавить. Это совсем другое. Здесь я просто кардинально решила поменять все ей. Так больше с ними делать я не буду, честно, честно. Я вот ей пообещала. И вот с тех пор это было, что у нас, я, значит, вытаскивала свои аллоказии, которые были в плохом состоянии. Я их ставила тоже в большую стеклянную колбу, ставила им нормальный уже, да, мох, то, что они любят, значит, питательный грунт довольно-таки, и ставила все это на повышенную влажность. Это было, по-моему, февраль, март, ну, то есть ближе это к весне, очень быстро, как говорится, отозвались мои растения, пошли в рост, и вот буквально за какие-то полгода, то есть смотрите, у нас уже 4 листика, все с ней хорошо, корни вы уже наши посмотрели, так что это растение потенциал у него большой, листья у него, может быть, еще побольше, и, ну, побольше и размером они могут быть, да, и, естественно, пышностью. То есть мы, по идее, сейчас с этой аллоказией, которая самая-самая моя первая, мы с ней только, как говорится, вышли из всех-всех вот этих вот передряг, и, наконец-то, только сейчас начали расти. Ну вот, про свою первую аллоказию я рассказала, а теперь давайте просто пройдемся по моей коллекции. Все остальное, ничего такого остального я не делала с ими страшного аллоказии. Теперь просто давайте посмотрим. Это медная девчонка. Вот такие вот у нас листья. Так, грунт также у нас идет, по-моему, для ароидных. Сверху у меня личуза для того, чтобы у меня не летали мошки, не плодились они у меня от повышенной влажности. Полив именно такой же, потому что вот такие кашпо, как Валенсия, они здесь вот у нас, вот видите, капает водичка. Здесь у нас еще корешки вот таким вот образом не повыскакивали. Вот единственное, что, да, вот у этих Валенсий вот бывает вот такой вот косяк, что у них вот одна какая-нибудь защелка, закрепка, ну, то есть не защелкивается. Но это не критично, скажем так, не критично. Так, медная. Что еще хочу сказать по поводу медной? Она стоит у меня высоко, ребят, она стоит у меня очень высоко. И знаете почему? Потому что у нее листочки вот так вот маленько вниз идут, да, и в интерьере, ну, мое личное мнение, смотрится очень красиво, когда они вот так вот все вместе, три, и они свисают как бы вниз. Поэтому это кашпо стоит у меня прямо наверху, на высокой полочке. И тогда это смотрится очень красиво. Ну, в моем понимании, может, кому-то. Просто если поставить ее совсем вниз, да, то они смотрят вниз, эти листочки, листочков я этих не вижу. Смысл, вот смысл. Так, это у нас скальпрум, ребят. Так, я посматриваю сама в кадр, чтобы видеть. Это скальпрум. Так, давайте маленько вот так вот, наверное, пониже, да, сделаем. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот у нас новый лист вышел. Очень красивый. С этим листиком она ко мне пришла. И она, как видите, до сих пор его держит, несмотря на то, что я вот так вот, получается, в дороге у нее отошел. Это свежая аллоказия, она приходила ко мне весной. За лето она у меня хорошо адаптировалась, хотя я ее, то есть, пересадила два раза. То есть, сначала она стояла у меня в стаканчике 0,5. Ну, то есть, при получении, я думаю, что вы все помните, видели, я сначала усаживаю в прозрачное что-нибудь, да, подращиваю их чуть-чуть, а дальше уж даю им вот такие вот посадочки. Тут тоже пока у нас
корешков я как таковых не вижу, да. Вот, у кого-то прям выстреливает сразу же. Надо тоже полить. Надо вниз полить чуть-чуть. Вот такие вот фактурные, красивые. Это вот листик, который развернулся буквально, ну, я не знаю, он вчера вечером развернулся, и вот сейчас я вам его показываю. Вот. Он будет больше, потому что, смотрите, вот, вот лист у нее, да, перед ним был вот такой вот лист, а вот это новый листик, он будет больше, то есть с каждым листом будет больше и больше. Нравится, красивая лаказия очень, даже несмотря на то, что вот она вот, у нее вот так вот листики, да, вот больше как вот так вот свисает, ну ничего. То есть есть те, которые прям вот торчком стоят листочки, я вам сейчас покажу, допустим, давайте я сейчас буду убирать, чтобы нам с вами фокусироваться. Вот, смотрите, вот листики у нас торчком, вот так вот раз стоят, но в любом случае, да, они вот как бы все равно маленько вот так вот вниз повернуты. Так, это... Бомбина. Название сейчас подпишу, где, ну, то есть, вылетело из головы. Просто буду подписывать, иначе будет снова затянуто все это дело. Это у меня, если что, кто не знает, от ошейника. Клещи, клещи, блохи. Ну, то есть, у нас мы боньки покупаем, я иногда на растения раскладываю. Тоже приходил весной. Эта покупка у меня была с Валберис. Приходила она раза в три меньше. Посмотрите, как она себя хорошо чувствует. Сидит она у меня на фитильном поливе. Мне очень нравятся вот такие вот кашпо. То есть вот таким вот образом. Вот у нас уже корешки, видите, повыходили вот таким вот образом. А лаказии абсолютно все, они любят фитильный полив. То есть это то самое растение, которое всегда хорошо отреагирует на фитильный полив. А лаказии не любят просушек, скажем так. Но и им не нужно болото. Если вы не знаете вот этот баланс, и вы его не понимаете, то есть вы, у вас на листиках сразу будет видно залив, да, либо смена какая-то резкая ухода, да, вы пересадили, и нужно время для адаптации, вы это все сразу же увидите на листиках. Понятно, что это будут нижние листики в основном, и они со временем уйдут, но на листики смотрим, обращаем внимание, да, сразу же. То есть, если что-то не так, а лаказия это покажет. Если пятна, допустим, я вам потом покажу, у меня есть на лаказиях пятна, и объясню, откуда эти пятна и зачем эти пятна у нее на данный момент. Сейчас вот с ней все замечательно, все хорошо, потому что, во-первых, она тоже стояла у меня сначала, да, в каком-то, ну, в стаканчике прозрачном, она адаптировалась, пошли у нас. Очень быстро она дала корни. То есть я плела стаканчик, и мне ее пришлось уже перейти сначала в один, потом в другой. И вот сейчас она сидит у меня тут, и пока ей этого достаточно. Вот, очень хорошо растет, выпускает лист за листом. Вообще сама по себе эта лаказия заявлена как очень мелкая. Ну, что-то как очень мелкая. Хотя, да, с чем сравнивать? Вот с чем сравнивать? Возьмите, допустим, лаказию Regal Shields. Это та самая лаказия, которая у меня даже в хотелках не стоит. Ну, потому что я боюсь растений, которые могут вырасти до размера комнаты. Так что я думаю, что если сразу, да, смотри, с чем сравнивать. Если сравнивать с ней, то это просто мини-мини-мини. Самое минимальное, что может быть. Так что вот, стоит на фитильном поливе. То есть, смотрите, сам по себе смысл именно такой же, да. Вот если, допустим, здесь она сама дошла до нижнего кашпо, и ее корни выполняют именно функцию фитиля, то здесь я фитиль сама придумала, да, вот он здесь вот, и как бы еще лучше. Ну, я не знаю, мне, по мне так лучше, конечно, когда вот так. То есть я заставляю корни таким образом работать, растение растет, развивает корневую, корневая начинает хорошо развиваться, а следовательно у нас после этого начинает развиваться и листовая масса. То есть листьев больше, 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 листьев еще больше, вообще, короче, круто. Дальше мчимся. Дальше мчимся, с чего бы начать. Так, это прям новинка, это у меня не было. Она приходила у меня буквально вот-вот-вот, приходила она у меня с таким вот спущенным листиком. Тургор листа восстановила после пересадки, то есть я когда получаю растения, я их тут же в этот же день, ну на следующий день я их пересаживаю. Здесь у нас грунт, моя домашняя лечу за терапон. Посмотрите, это буквально было вот-вот-вот. Это вот про что я говорила. Вот буквально совсем недавно в своем видео, что алаказии это очень быстрые растения. У них хорошо и мощно развивается корневая. И если алаказии подошел ваш грунт,
Если с грунтом все в порядке, если там нет ни грибов, ничего, то есть ему ничего не мешает, он рыхлый и влагоемкий, да, хороший грунт, то вот такая вот корневая появляется буквально неделя-две. Две недели – это максимум. Если через 3 недели вы не видите у стенок новых, да, ну, то есть новых корней, задумайтесь о том, что что-то не так у вас с грунтом. Что-то не то. Ребят, серьезно вам говорю. Как только пошла корневая, тут же пошло развитие нового листа. Все, без проблем. Ну, вот с этим листиком она пришла. Это погрешность магазина. Поэтому я на это как бы не смотрю. Сам по себе лист в прекрасном состоянии. Смотрите, какой тургор. Следующий лист будет больше. Он будет более фактурный. Это будет очень шикарная, классная алаказия. Она уже есть. Почему будет, да? Дальше. Совсем вот показывала. Жаклин. Жаклин. Красотка. Я так думаю. Ну, вот это куда и вот это? Вот с ее корневой, вот такой вот шикарной корневой. Я так думаю, у нас не за горами пересадка абсолютно, да? Вот. Как только ей не будет хватать вот этого грунта влагоемкого с поливом на неделю, все, я ее тут же перекину. И дам ей, вот есть 350, дальше у нее будет стаканчик на 0,5. Вот. Тот же самый грунт. Это домашний личузотерапон, сверху личуза. Все очень просто. Очень, вот мега просто. Сейчас я прямо упростила себе все это дело. Мило. Приходил совсем маленьким. Вот новый листик, буквально вот открыл, еще пока совсем-совсем зелененький, такой прям хорошенький, тоже поставила в грунт для ароидных, который у меня был, к сожалению, заражен грибочками. Алаказия это почувствовала сразу же, в 5 секунд, ребят. Она перестала расти, и у нее начал портиться листик. Я понимала, конечно, что листик старенький, он должен портиться. Ну а где корни-то? Корни-то где? Корней не было. Поэтому я быстро перекинула ее в домашний личузотерапон. Вот. И все, пошел рост. Можно было не перекидывать, можно было пролить Байкалом, можно было триходермы, можно было вот это, но мне было проще как бы взять и перекинуть по-быстрому, все. Вот кто что выбирает, кто-то скажет, блин, ну пересадка, это же новый стресс. Ну, у нее и так был стресс, она не могла расти, вот, а так она как-то быстро раз и пришла в себя. Это у меня... Алаказия, сейчас я вам скажу, это и прямо из новинок, это реверса, да, вот совсем она буквально у меня пришла, вот, пока корней нет, ну как нет, то есть вот они только-только начинают пробиваться, это старые, а новые только-только начинают пробиваться, ну, у нас пошел разворачиваться лист. Вот с этим вот листиком она и пришла. Но он начал разворачиваться. Все, с ней все отлично, все хорошо. Я только полила, кстати. И тут у меня на столе. Угу, конечно же. Ну, давайте. Вот он наш Мишольца. Ой, Мишольца. Понимаете, это растение, скажем так, феникс, да? Из ничего оно снова может вырасти. Потрясающее растение. Кстати, хочет пить. Я не знаю, вы, наверное, не видите, а я-то вижу. У меня, кстати, сразу же леечка. Давайте сразу же мы с вами и польем. Вот таким вот образом. Не боюсь, видите, вот он увлажнился полностью, все замечательно. Вот. Вот этот листик у нее уйдет, видите, он ну прям вот маленький совсем. А дальше вот такие вот классные листья. Это... маленькое растение, оно будет большим и красивым. Вот. Это какая-то погрешность. Я вот не поняла, что это вот такое на пятнышке, что это было. Погрешила на какого-то вредителя. Быстро пару раз обработала. Ну, никого не нашла, но следующие листья у нас пошли чистые. Что было, не знаю. Может, сквознячок был, может, еще что-то было. Кто его знает? Хорошо себя чувствует. То есть вот идет новый лист. Хочу сразу сказать, что когда пришло это растение, оно пришло у меня не из клубня. То есть когда вы получаете, допустим, алаказию, да, и при пересадке вы пересаживаете, вы видите, допустим, клубенек.
То есть сам по себе клубенек маленький, оттуда, значит, пошел рост, все, и вам продали вот такую алоказию из клубня. Так вот, эта алоказия у меня пришла не из клубня, она пришла у меня без клубня, а, соответственно, я делаю вывод, что это было, ну, то есть, то ли макушка, то ли верхушечка какой-то маленькой алоказии, ее просто, то есть, полчаса отрезали, укоренили и прислали. То есть, мое личное мнение вот так, потому что они размножаются и так, и так. То есть, вы можете ее просто черенкануть и переукоренить, все, без проблем. Ну, это уже в основном я бы, допустим, делала у больших уже алоказий. Вот. Сейчас, допустим, поле мы с вами посмотрим, да, вот таким вот образом. Так, не совсем на малышей. Мы с вами, а малыши и клубни мы с вами попозже посмотрим. Здесь у меня на столе еще присутствует моя алоказия кальмар. Кальмарчик, кстати. Листик у нас ушел. Нет, да-да, ребят, вы не ошиблись. Вы сейчас смотрите, скажете, ничего не поняли. А что такое-то, Надь? Скажи, а где? А где твоя банка? Потому что целое видео было о том, как мы усаживали в банку, сверху накрывали. Вот. А потом-то, помните, да, я показывала обзор, где девчонки, ну, как бы я тоже в том числе, когда мы решили приоткрыть, посмотреть, когда он начал портить прям конкретно листики, на нем была паутинка. Слишком была высокая влажность вот в этой банке, который флорариум, да. Вот, поэтому первые мои действия были какие? Не хватает воздуха растению. Я убрала верхнюю банку, он стал хорошо расти. Я такая смотрю на него, думаю, ну а зачем тогда ты сидишь у меня вот в этой вот плошке, да, стеклянной, засыпанной, как рождественский тортик, да, этой вот личузой? Ну, ни вида, ничего нету, смысл. Причем занимает очень большое место. Поэтому я взяла его, быстро перекинула вот так вот на фитилек. Идет новый листик, видите, вот он, новый листик, все с ним хорошо. То есть я уменьшила, ну, как бы, в общем, что хочу сказать. Прикольная, интересная локация. До каких размеров она может вырасти, я не знаю. Это мы с вами узнаем, мы будем за ней смотреть и наблюдать. Сами по себе локации растут хорошо и быстро, поэтому, ну, ближе к весне посмотрим, на что он там за зиму нам нарастил, да. Хотя, конечно же, ну, обзоры я буду показывать и рассказывать, конечно, я тоже буду. Я просто говорю про то, что именно этой алоказии какая-то повышенная влажность ей не нужна. То есть вот обычные условия, пожалуйста, фитильный полив, то же самое личуза терапон, сверху у нас просто личуза пон. Все, растем. Растем. Никаких танцев с бубнами, честно слово. Так, вот эта алоказия у нас Мишлицана Варигата Минт. Она приходила у меня совсем недавно вместе с реверса. Вот, посылку, распаковку, все это есть у меня на канале. Кстати, хочет пить. Хочет пить. Вот, у меня к ней много вопросов. То есть, мало того, что у нее видок такой, ну, так себе, знаете, ну, вот так себе у нее видок. Вот, плюс ко всему, ну, сами по себе вот эти вот модные растения, у которых добавлена варигатность, да, вот какая-то вот особенность вот это ее. Лучше, конечно, показывать вот на этом листике, те, которые свисают, я думаю, что они у нас уйдут за зиму. В общем, мы адаптируемся. Я думаю, что в отличие от всех остальных алоказий, на адаптацию нам нужно будет намного больше времени, намного больше. Видите, тургор вот тут вот ни о чем, вот это вот плетями свисает, красоты ноль. Ну, я как бы и не ждала от нее никакой сейчас красоты, мне бы лишь бы растение выжило. У меня есть клубенек. На всякий случай, а то есть от нее есть клубенек, он стоит у меня сейчас на проращивании. То есть вдруг что, ну, есть чем мне, как говорится, пополнить, опять-таки, если вдруг она у меня уйдет. Опять-таки, вот эти два листика, которые, ну, не падают, которые в тургоре, мне дают надежду. В общем, что я делаю? Я просто ее поставила повыше. Она стоит у меня под лампами. Я слежу, чтобы у нее было всегда слегка влажно. В принципе, уход такой же, как за всеми остальными. Мне от нее нужно дождаться новых свежих корней через стенки, когда я ее увижу. И я думаю, что вот тут, вот в этом случае, вот именно в этом случае, я дам ей на наращивание свежих новых корней не 2 недели, а 3 месяца.
Ребят, давайте дадим ей месяц, через месяц на нее посмотрим, права я или нет. То есть чуть-чуть побольше я ей дам времени на адаптацию. Вот, сказать, что я там бегаю, ее чем-то опрыскиваю, поставила я ее в тепличку, нет, не буду я этого делать, потому что сейчас поставлю ее в тепличку, потом нужно выводить ее из теплички, а зачем? Это снова стресс, это снова танцы с бубнами. Но вот если она сейчас адаптируется, да, вот в таком вот виде, пойдет в рост, вот эти листья все уйдут, и вот на них вообще не нужно смотреть, вот это все, вот это, вот это все, вот это висящее с сосисками, это все, конечно же, уйдет, пойдут новые листья, шикарные, с прекрасным тургором, с отличным варом. Все это будет потом. Сейчас растение плохо, ему плохо. Когда плохо, оставим в покое, да. Самое главное — это вот не навредить, дадим шанс. На какое бы ни было, какая бы ни была алоказия супер модная, какая-то вся из себя навороченная, но я в смысле вот таких вот, да, особенностей, как ни крути, это алоказия. А алоказия не живучие. Вот, как-то так, да? Ребят, давайте я сейчас вот это сейчас уберу, поставлю следующее, и мы с вами продолжим. Итак, ребят, следующая партия. И тут у меня сразу две одинаковых алоказии. Посмотрите, хочу, чтобы вы на них посмотрели. Это две одинаковые алоказии. Это Pink Dragon. Вот эту алоказию я покупала у нас здесь в Парабелле. По-моему, да. А вот эту алоказию мне прислала Юля. Зеленый сад ведьмы. Смотрите, как они отличаются друг от друга, да? Форма листа. Интересно, да? Вот прям, мне прям интересно, что же будет дальше. Вот сама по себе алоказия тоже не особо-то маленькая, да? Но как-то так. Вот у нее тоже вот такие вот хорошие корешки. И тоже она хочет пить. То есть это полив. Я стараюсь все алоказии именно таким образом поливать. Вот я полила ее. Считаю, что этот полив закончен. Вот. У них еще бывает такая вот особенность. Они очень любят делать вот так вот. То есть на корешке какой-то там, да, должен быть клубенек, но они выскагивают с посадки. У кого-то они развиваются, у кого-то нет. Кто-то обкладывает и мхом. Я пробовала в свое время обкладывать мхом, у меня ничего не получилось. Ну, то есть как бы я особо не забочусь по этому поводу. Можно, конечно, отсоединить и поставить в мух, просто поставить в мух и подождать. Возможно, тогда, ну вот, будет результат. Вот разворачивает вот так вот листик. Да, она отливает немножко как бы с розова, поэтому она и называется как бы Pink Dragon. Вот таким вот образом. Приятная, приятная локация, ничего сказать не могу. Для меня она никогда ни разу не брыкнула, никогда ничего она не зажелтила. Вот всегда очень быстро адаптируется. Это, знаете, одна из тех локаций, которые можно приобретать сразу же новичком и не бояться. Вот. Опять-таки скажите, ну и Silver Dragon тоже для новичка нормально, потому что на тот момент я была новичком. Вот. Так что да-да-да. Так, ну тут тоже можно корешки посмотреть. Вот смотрите. Видите, какая история классная. Вот тут вот как кажется, внизу у меня мох, то есть я не знаю, была вот маленькая водичка, этого ей в принципе пока достаточно, то есть болото не надо, чуть-чуть влажно у нее там снизу есть, ей хорошо. То есть вот таким вот образом стоят они у меня все, то есть у меня не было такого, чтобы я хоть раз алоказию поставила на солнечное окно. Да, они любят свет, естественно, они любят освещение, все это они любят, но они все стоят у меня, они все у меня искусственники. Стоять под лампами. От окна, если это у вас окно южное, то только с притянением и подальше от окна. Я вам серьезно говорю, это не те, это не кактусы, не надо их вот так вот жарить, пожаривать, точно не нужно. А если у вас еще есть лампа хорошая, то почему бы вообще и нет? И вот, ребят, подходим мы как раз к тому самому вопросу, когда девчонки говорили. Я когда вот совсем недавно получила своего ниндзя, вот он мой ниндзичка, маленько покоцанный. Это у нас транспортировки, это старые листочки, это все потом со временем уйдет. Вот новый листик мы разворачиваем, аккуратненький, маленький, он потом у нас разрастется, будет вообще шикарным. Так вот, они похожи с Black Velvet. А вот он мой Black Velvet, которому уже много лет. Ну как много лет? Чё я пиликаю это? Ничего ему немного лет.
Ну, просто не первый год в коллекции, как говорится, вот и все. А так не то, что прям много лет. Вот, видите, вот такая вот история. Вот такую историю я добиваюсь от них от всех. Как добиться такой истории? Полив только нижний. Все, вот тут маленько водички есть, нормально пойдет. На этой неделе даже, наверное, поливать не буду. Ну, может, там в среду подойду там к нему, дня через два, через три, гляну, что там у него. Потому что сам по себе грунт влагоемкий, и чтобы она пересохла, у меня такого быть не может. Тем более на улице сейчас прохладненько, уже жары у нас никакой нету. У нас тут дожди, у меня повышенная, у меня хорошая влажность дома. Поэтому все хорошо. Сказать так, чтобы у меня вот эта вот алоказия росла плохо, не скажу никогда. То есть мы хорошо держим 2, 4, 5 листиков и больше. Она у меня уже цвела. По поводу цветения алоказии, что хочу сказать. Кто-то убирает цветение, кто-то не убирает. Вот. Кто-то говорит, а смысл убирать цветение, если алоказия уже потратила все свои силы на цветение. Если ты уберешь цветение, ну и смысл. Все равно же она уже потратила. Полностью согласна, но мне не нравятся цветочки. Мне не нравятся вот эти початки непонятные, разворачивающиеся. Для меня это не цветение, а мне кажется, это портит вид. Поэтому лично моему глазу не особо-то эстетично, поэтому я лично убираю. Я понимаю, что растение уже потратило все свои силы, но я же у агланем делаю то же самое. Агланема зацветает, и я подхожу и вот выдергиваю у нее початок, потому что, во-первых, мне не считается цветением, это не особо-то красиво, это декоративно-лиственное, зачем природа придумала, ну, лишь только для размножения, скорее всего. Хотя вот зачем, да, цвести, дорогой мой, есть у тебя такие классные клубеньки, ну, дай клубеньки, и все, зачем тебе цветение-то вот это вот? Опять-таки, может, кто-то балдеет от этого, но, как бы, поэтому я цветение убираю. Что хочу сказать, прям, вот, допустим, у Black Velvet цветение было прям вот где-то вот, даже не помню, где, ну, это прям, знаете, у него, в общем, ствол расширился сильно. Я сначала, вы знаете, сначала вы не поймете, что это идет. То ли это лист, то ли это цветение. Но я была уверена, что это лист, а в итоге, по факту, оказалось, что это цветение. Я такая смотрю, ну, вот это недоразумение. И вот этот вот ствол вот так вот расширился, это было, ну, как-то, знаете, вид так себе был. Поэтому я подошла, вот это все дело выломала оттуда. И все. То есть все это заросло, растение нормально отреагировало, все отлично. Я вам скажу даже больше. Следующие листья пошли даже больше. Не знаю, может, это было просто совпадение. Я не говорю, что это есть так, как вот вы так сделаете, и у вас будет так же. Нет, но растение после этого не погибло. И я дальше любуюсь на наши вот эти красивые листья. Так вот, ребят, давайте все-таки сравним. Понятно, что этот листик страшненький, покоцанный, но... Давайте я вот так вот приближу. И вот так вот маленько опущу. Я думаю, разница очевидна, ребят. Вот она прям очевидна. Совсем другие прожилки. Совсем другая фактура. Это абсолютно разные алоказии. Вот так. Как-то так. Вот так издалека давайте посмотрим. Это ниндзя, это Black Velvet. Справа. Black Velvet, слева ниндзя. Как-то так. Я очень хотела ниндзю. Как я его хотела. Сначала думала, блин, да они же одинаковые. Зачем мне вот две одинаковых? Да ничего они не одинаковые. Когда я поняла, что они вообще не одинаковые, а когда вот этот ниндзя у меня разрастется и ближе к весне, он станет вот таким же большим, шикарным, с такими листами, только вот с такими прожилки будут более яркие, более выражены. Это будет самая великолепная алоказия в моей коллекции. Это точно. Это однозначно. Так, здесь у меня стоят еще большие две, да, у меня осталось поле, бронцефолия, но на них прямо мне нужно снять телефон, и мы с вами на них посмотрим поближе. А пока мы с вами все еще тут около стола, давайте посмотрим, вот это у меня, большое поле мы с вами посмотрим, а это наши детки, это наши деточки, ближе к весне будет пересадка. И все это будет вместе в большое-большое кашпо. Да. Это будет пышный, это будет самая объемная, самая пышная алоказия поле. Самая-самая. Так вот, это шкура дракона. Посмотрите, я хочу ее пересадить на этих выходных, потому что она у меня в этом мхе очень сильно пересыхает. Здесь у меня было два наподобие. Вы знаете, вот я показывала вот эту вот, вот,
Вот, вот такие вот они были, ребят, вот такие. Вот такие вот мелкие, даже не похожи на клубеньки. Вот такие вот они были, то есть она у меня погибала, она мне не росла. Бывает, ребят, вот бывает такое, что растение просто само по себе косячное. Бывает. Вот что бы вы с ним ни делали, не растет ни в каком грунте, ничего. Ни HB, ни циркон. Ему, знаете, вот как слону дробина. Не растет и все, все. Значит, берите клубенек и выращивайте с нуля. Вот это будет расти. Это шкура дракона. Вообще на нее многие жалуются. На шкуру дракона жалуются многие. Даже бывалые. Даже где коллекция алоказий, не знаю, уже лет по 15. Вот вырастают большими, огромными. Любой там какой-то погрех, да, в уходе. Там где-то уехали в отпуск. Там засушила, там приехала, полила. Все, бац, все, растений нету. Нету. Кстати, еще такая вот есть, как вам сказать, алоказии не то чтобы любят их клещи, но следите за поливом. При пересушке алоказий, при пересушке есть вероятность, что появление клещей. А вот этот вот, знаете, вот этот вот переход, когда у нас с осени на зиму включается отопление. Мы почему вообще занимаемся сейчас всеми, все вот, все поголовно, я вот куда ни посмотрю, девчонки, на каналах, мы зачем вообще вот эти сейчас обработки проводим? От того, что нам заняться, что ли, нечем? Да нет, конечно же. Потому что вот сейчас вот этот переход, он всегда критичен для растений. Включается отопление, где-то не добежало, где-то что-то туда-сюда, маленько подсушило, все, все, полезли. Откуда? Да кто его знает откуда? Ну, полезли, да и все. Поэтому, ребят, следите за поливом. Конечно же, обработки, следите за поливом. Так что вот я думаю, что шкурочку я пересажу. С ней все хорошо, с ней все замечательно. Так что шкура дракона у меня все-таки... Даже если у меня не было этого клубенька, на будущий год я вообще-то планировала снова приобрести. Вот, ну теперь не надо приобретать, она у меня есть. Так, из клубеньков. У меня есть ниндзя, по-моему, их несколько. Один поедет точно к Людмиле. На следующей неделе планирую отправку ей посылочки. Реверса поедет к Людмиле, потому что у меня реверс в нормальном состоянии. Ну, вот здесь алоказия вариегата Минт. Это та, которая у меня НЗ. Вдруг что? Ну, в общем, проращиваю. Вот. А здесь у меня совсем не дешевая алоказия Devil Horn, которая, я как думала, мы с вами совсем недавно делали обзор, я думала, что там видела корешок. Вытащила, посмотрела, нифига, пока корешков нет. Приходила она у меня весной, то есть весна, лето, уже осень, ноль. Но клубенек в прекрасном состоянии, то есть он тверденький, все хорошо. Мох слегка влажный, практически не проветриваю, все с ней, просто посматриваю, все за ней. Ждем. Ждем. Она может простоять так еще столько же, ребят. Не думайте, что это ну, за пару недель, и вот может стоять год. Легко. Не угадайте. Нету такого рецепта, что вот, вы знаете, я взяла, побрызгала, смешала коктейль, две капли того, три капли того, щепотку этого, и у вас вот через две недели выскочит. Ничего подобного. Ничего не сделайте. Как придет время, так сама выскочит. Не надо их мучить, ничего с ними не надо делать. Я даже скажу даже больше. У меня есть мнение, и это, конечно же, только мое мнение, но я так думаю, что если вот такие клубеньки стимулировать, и если это происходит слишком быстро и неестественно, я считаю, что если ты ну, вот такие вот долбишь-долбишь стимуляторами, не то, что ты один раз там опрыскал, да, и успокоился. Ну, нет-нет, все оставили в покое еще на месяц, да. А вот если ты с каждым разом вот обрабатываешь больше, и ты видишь результат, вот у меня тут все вышло, оно потом такое корявое растет. Ну, в общем, у меня просто был такой опыт. Я после этого перестала это делать, поэтому я это делаю очень аккуратно, со всеми всякими там препаратами, стимуляторами, я очень аккуратно, поверьте мне. Они у меня есть, разные, вкусные, дорогие и дешевые, но это очень аккуратно, вот прям ой-ой-ой. Итак, на столе мы наконец-то с вами все прошли, осталось две алоказии, я сниму сейчас телефон, и мы с вами на них посмотрим уже так. Да, потому что, понимаете, посмотреть на бронцифолию
не отойдя от нее, понимать ее размах вот этих вот листиков, и, ну, вот так вот со штатива не поймете. Сейчас нашла у нее старый листик, то есть вот он, старый листик у нас. Это помните, да, о чем я говорила, что это с этим листиком она пришла. И вот такая вот пигментация, вот эти вот пятнышки непонятные, желтенькие, это потому что старый лист. Новые листочки выходят ровные, зелененькие, окрашенные, все с ними замечательно. Вот таким вот образом у нее идет новый листик, вот такой вот, ну, закрученный, закрученный, перекрученный. Мне очень нравится, очень-очень. Нравятся ее вот эти стволики у листиков. Боже мой, они такие прикольные. Смотрите, как зебрина. Кстати, по поводу зебрины. Ну, в дальнейшем, я думаю, на будущий год алоказия зебрина. Мне она нравится. И, наверное-ка, я ее себе запишу в хотелочки. Это закрытая система. Приходила ко мне это растение уже сразу же как бы не маленьким кустиком, но у меня она прям распушилась и прям такая раскидистая стала. Она мне очень нравится. Она не похожа на все остальные алоказии. Это вот наподобие кальмара, да? На кальмара смотришь, думаешь, да что? Что это? Что это? Это что, алоказия? Тут то же самое. Смотришь, что это? Это что, алоказия? Да, ребята, это алоказия. Вот. Сейчас я вам даже найду ее прям название-название, чтобы вы, если вдруг захотите себе такую же. Вот. Алоказия бренцифоли пинг пассион. Вот как-то вот так вот он называется. Может, я где-то неправильное ударение поставила, вы уж меня простите. Так как это закрытая система, скажите, Надя, как ты вообще ее поливаешь? Я легко подошла вот так вот, а он легкий. Вот он сейчас невероятно легкий. Поэтому ему сейчас полив. Вот ей алоказке сейчас вот полив. Особенно, когда идут новые листики, пересушивать ни в коем случае нельзя. Но закрытая система, я всегда поливаю чуть-чуть побольше, перелить я ее не боюсь. По поводу, кстати, совсем забыла сказать, все алоказии, знаете, как их еще называют? Их называют, как бы так правильно высказаться, в общем, это плачущее растение. Совсем недавно видела видео, где девушка говорила о том, что она переживает, что вот после полива, вот капельки на листиках. Скажу сразу, это нормально. Для алоказии это нормально. Когда впереди дождик, когда вы только полили, на листиках, на концах, у них всегда образовываются маленькие капельки воды. Вот. Возможно, кто-то скажет, что да, растения таким образом, не знаю, но это их особенность. К этому нужно привыкнуть и не нужно думать, что с ними что-то не так. Вот и все. Поэтому их не зря называют плачущие растения. Как-то так. Ну и закончим мы обзор алоказий моей полюшкой. Вот такая вот она шикарная. Покупала я у нас здесь ее в Парабеле совсем небольшим кустиком. Тоже я ее, кстати, вот именно ее я посадила в чистую личузу пон. И ей она не понравилась. Она у меня зиму простояла, проболела. Весной я ее пересадила в нормальный грунт для ароидных. Сверху личуза пон у меня лишь только для того, чтобы у меня не было никаких мошек. Так вот, ребят, после этого она выдала, по-моему, раз, два, три, три листа. И вот что хочу вам показать. Вот эта рыжина, желтизна, да, это говорит как раз о том, что растение было пересажено. Оно адаптивно. Вот в этом случае это именно так. Потому что это не залив. Я их не заливаю. То есть я раз в неделю вниз подливаю немножко. Сами видели, как я поливаю. Это не залив. Это, ну, то есть у меня за такое количество растений, алоказий и с таким уже опытом, да, я уже точно знаю, когда залив, когда не залив. Так вот, вот это как раз шла адаптация. Потому что я это растение пересаживала туда-сюда и обратно. Вот. Вот, видите, вот так вот. Вот так это может выглядеть. Если у вас все остальные листья новые идут вот такие чистые и аккуратные, один лист, другой лист, значит, это была просто, ну, адаптация. Кстати, вот я так и не поняла, что она такого помяла. Вот он у нее вот такой вот шел. То есть нет, она его долго разворачивала, потом развернула вот таким вот образом. Не знаю, то ли ей в этот момент чего-то не дохватило, может, что-то как-то. Хотя место я ей не меняла. Она у меня даже стоит не под лампой, она стоит у меня вдали от всех ламп. И как бы она выдерживает довольно-таки. Кстати, может быть, это и было
причиной того, что она вот таким вот образом до конца жамканный такой лист развернула. Скорее всего, именно поэтому. И не более того. Ну, то есть, смотрите на свое растение, анализируете, где стоит, как поливаете, что делаете, что меняли. Они же наши индикаторы того, что делаем мы в первую очередь. Я не говорю про новые растения, я говорю про те растения, которые у вас уже не первый год. И все. По ним сразу же видно, что и как, и зачем, и почему. От этого все и так интересно. Ой, какое опять длинное видео получилось. Но я обещала показать. Просто показать, вы знаете, это не мое, мне нужно поболтать, мне нужно все-все рассказать. Поэтому я надеюсь, что мое видео было интересным и полезным, и не совсем-совсем-совсем не скучным. Хочу закончить на своей любимой алаказии. Вот она моя девочка. Моя самая красивая алаказия. Моя звезда. Ребята, я желаю вам прекрасных выходных, отличного настроения, до новых встреч. И пока-пока!